Labdien, Lietuva! Labdien, Maskava! Sveicu jūs no Rīgas, Latvijas galvenpilsētas, no Latvijas universitātes. Ceru, ka šīs konferences turpinās. Я приветствую участников конференции в честь Йоргиса Балтрушайтиса и вспоминаю первую еще до московских чтений конференцию в Вильнюсе в 1998 году, на которой участниками были Николай Богомолов, Николай Катрилев, Александр Лавров, литовские коллеги из Академии и Вильнюсского университета. Итогом этой конференции был вот этот сборник. Вот этот сборник, который вышел через год одновременно со сборником, который показывал уважаемый Йозеф Будрайтис. Надо сказать, что участие в балтрушайтисских чтениях, оно было полезно не только для студий русской филологии, но и балтийской, латышской литературы, поскольку Балтрушайтиса переводили его вплоть до 23-го года, переводили с русского языка на латышский. В основном это те же переводчики, их много, которые, по сути дела, перевели поэтов Серебряного века. Очень много Сологуба, очень много Бальмонта, Брюсова необычайное количество. И среди них, конечно, свой островок, свою переводческую традицию занимает и Йоргис Балтрушайтис. Это было как бы вступление к моей теме, в которой есть некий такой определитель. Арабески и сны. Ну почему ремезовы сны, это понятно. А вот почему арабески. Арабески потому, что присутствие Йоргиса Балтрушайтиса в текстах Алексея Ремезова можно уподобить сложному вербальному орнаменту, который прочитывается, к примеру, в такой причудливой и многосоставной повествовательной композиции, как «Взвихренная Русь». Коллажная структура этого произведения, где границы сна и яви весьма диффузны, где фигуры речи и сами персонажи образуют сложный жанровый калейдоскоп, позволяет увидеть одного из ремезовских современников, так сказать, подстриженными глазами. Вот теми глазами, которыми смотрел на мир, рожденный в Иванову ночь, усеянную вот этими языческими огнями, кострами, сам писатель Алексей Ремезов. И вот этот сложный жанровый калейдоскоп позволяет нам ощутить, что такое Ремезов, и что такое, извините, Балтрушайтис и сюжет Балтрушайтиса для литературной биографии Ремезова. Вообще-то для литературной биографии Ремезова Балтрушайтис – это начало начал. Я приведу цитату. «Первая изданная книга моя, перевод мой в сотрудничестве с Всеволодом Мерхольдом и Йоргисом Балтрушайтисом, книги Альфреда Роде «Гаутман и Ницше. Москва, 1902 год». Конец цитаты. Все российские годы жизни Ремезова то приближают, то отдаляют от него Балтрушайтиса, но последний в виртуальном календаре автора «Взвихренной Руси» всегда зрим и осязаем. Когда в 1918 году в Наркомпросе образовался ТЭО, то есть театральный отдел, то кроме Вячеслава Иванова, Брюсова, Бальмонта и Ходосевича там оказались и Балтрушайтис с Ремезовым, первый заведовал репертуарной секцией, а второй, то есть Ремезов, историко-театральный. В 1920 году Балтрушайтис возглавляет Профессиональный союз российских писателей, являясь в то же время постпредом Литвы в Москве, и его помощь русским, российским деятелям культуры в этот период, начало 20-х годов, трудно переоценить.
Упомяну только то, что по свидетельству Елены Рудольфовны Абатниной Балтрушайте содействовал отъезду семьи Ремезова за границу. Нужно сказать, что помощь Балтрушайтиса была и такого бытового плана, потому что семья Ремезова, хотя она состояла вот в тот период из жены Серафима Павловны и его самого, крайне нуждалась. И помощь Балтрушайтиса была в это время очень важна. Мы хорошо знаем из публикации Лазаря Флейшмана и Аллы Грачевой, основанных на документах той эпохи, что переезд Ремезова и его жены в Эстонию осуществил Альберт Орк. Но недолгое пребывание в Ревене и колебания о дальнейшем эмигрантском пути в Берлин или в другую страну заставляют Ремезова сделать быстрый выбор. Кажется, что в ремезоведении вот этот судьбоносный сюжет детально выверен и известен. Однако то, что среди новообразовавшихся балтийских стран, куда писателя зазывали, была и Латвия, известно немногим. Ремезова звал в Ригу его давний друг, латышский писатель, выделяя без оплаты, что очень важно, поскольку жилье в Риге, в столице, было весьма дорого. Так вот, выделяя без оплаты ему две комнаты в своей пятикомнатной квартире. Более того, писатель этот договорился с издательствами, тогда существовавшими, это 1922 год, русскими, латышскими. Ремезов великолепно переведен, начал он переводить на латышский язык с конца 90-х годов 19 века. Более того, этот латышский писатель договорился с еврейским, с русским обществом, с театром, русским драматическим театром, с латышскими писательскими, вернее, с латышским писательским обществом, культурным обществом, что вот будет несколько выступлений и на русском, и на латышском языке, и там Ремезов должен был выступить с чтением своих произведений. Все это было замечательно и, конечно, для истрадавшегося Ремезова очень лакомо. Но в Ригу он не поехал. Существуют вообще-то письма, проясняющие этот сюжет его жизни. Но Ремезов, обманутый ревельским издателем его книги «Шумы города», отклонил и латышское приглашение и переезжает с женой в так называемый «Русский Берлин», где судьба вновь сводит его с Балтрушайтисом. Это не личные встречи, это, скорее всего, переписка и переписка такого делового характера. Ремезов хорошо знал жену литовского дипломата Марию Ивановну, из рода известных московских купцов Оловяшниковых, таких же в свое время почтенных, как и купцы Найденовы, откуда родом он сам. Знал он и сына поэта, тоже Юргиса, Юргис Юргович Балтрушайтис, 1903 года рождения и дожил до 1988 года. Этот сын, будущим известный искусствовед, встречался с ним неоднократно в Париже, и Ремезов был посвящен в трагический случай семьи Балтрушайтисов. Дело в том, что в мае 1924 года Мария Ивановна везет сына на операцию, поскольку год назад 20-летний сын поэта, восторженный любитель аэропланов, в Ховно, то есть в Каунасе, претерпел страшную аварию, он почти разбился. Как свидетельствует письмо Гершензона Льву VI, сын Балтрушайтиса был страшно исковеркан, нос вдавило внутрь, небо треснуло, левая рука сломана, год уже лечит его, теперь в Париже хотят оперировать руку. С конца 1930 года, вплоть до смерти Балтрушайтиса, два писателя обитают в Париже. Известно, что во время бомбардировки французской столицы Ремезов был серьезно ранен осколками стекла.
А похороны Балтрушайтиса в самом начале 1944 года также проходят во время сильнейшей бомбардировки. Вот эти перечисленные, я бы даже сказала, выдерганные мною из контекста, как бы внешние контуры, связующие два литературных имени России, достаточно известны. Менее привлекал внимание Балтрушайтис персонаж в текстах Алексея Ремезова. Как только имя современника попадает в орбиту художественного мира Ремезова, тотчас же происходит мифологизация. И в нашем случае персональный скол, то, что является имя Балтрушайтис, начинает активно способствовать нарративным векторам. Образующиеся сюжеты не замыкаются в рамках конкретной книги, они как бы переходят из одного текста в другой, и, насколько мне удастся, хочу это продемонстрировать. В книге «Иверинь. Загогулина моей памяти» в разделах «Розовые лягушки. Мое вступление в литературу» и «Москва. Аделаиден цвет» рассказано о бедовой доле Ремезова, о подступах к литературным журналам ссыльного человека, приехавшего полулегально из Вологды в Москву, чтобы вживую увидеть двух демонов Леонида Андреева и Валерия Брюсова, демонизм которого был отражен в портрете Врубеля. Конечно же, это ремезовская оговорка, чтобы увидеть двух демонов. На самом деле, это была вторая попытка после публикации в «Московском курьере» в газете его текста «Плач девушки перед замужеством», эпиталамы, вот этой зырянской эпиталамы, это когда он был в ссылке в Усть-Сысольске, вот там он это все написал. И нужно было уже написанное к этому времени, ну, отдать на прочтение одному из демонов. Ну вот слишком барственным, в замечательном, бархатном таком полупиджаке встречает его у себя дома красавец Андреев. И так это все непривычно, так это все великолепно смонтировано, что вот этот изгой, никому не известный, да и не нужный, который в своей Москве, он родился в Москве, и вообще Найденов это такая вет московского купечества. И он теряется, и по сути дела, вот он только и бубнит о своей этой публикации в «Курьере». И, разумеется, писатели, вот эти два демона, удивляются. Как? Вы написали? Разве у Молдаванов, а мы думали, что это псевдоним, за которым скрывается женщина. Кто же из писателей будет писать эпиталаму «Плач девушки перед замужеством»? Вот поставили в такую неудобную позицию, и он о литературе с Андреевым, по сути дела, не говорит. А вот Брюсов на него производит очень уникальное впечатление. Было два Брюсова, скажет Ремезов, домашний, упорный читатель книг, что и мне дорого, без врубелевского безумства, и другой Брюсов. Это Брюсов Московского художественного кружка, на показ старавшегося оправдать свое демонство. Здесь в этом контексте и было произнесено имя Балтрушайтис. Среди писателей, окружавших метрсимволистов, был переводчик Пшебышевского, Семенов, который рассказывал Брюсову со слов Балтрушайтиса, как накануне у Леонида Андреева были все великие – Горький, Скиталец, Шаляпин, Бунин. Каким счастливым показался мне Балтрушайтис. Потом Брюсов начал говорить о новом журнале Мережковских «Новых путь», где он будет принимать участие, и для этого завтра едет в Петербург. Каким счастливым показался мне Брюсов и едет в Петербург Мережковским. На другой день я уехал в Вологду. Вот этот параллелизм.
Брюсов, Балтрушайтис. Вот это аналогичность литературного счастья, признание великих, соединение двух счастливцев, обладающих высоким писательским статусом, очеловела Ремезова и прояснила, почему ни в северных цветах, ни в весах его рукописи, а рукописи вообще написаны им, он называет «мой шурум-бурум», «мой шурум-бурум», вот все это не принимается, все это отвергается. Цитата. «В моей обработке приняли рассказ датчанина Маделунга Сансара, но посланное мое, мною написанное, осталось безответно. Узнал, не подходит». Два литературных небожителя, европейцы, Брюсов и Балтрушайтис, истинные авторы, открыватели новых эстетических истин. И, пожалуй, здесь Ремезов впервые фиксирует антитезу русскость-иностранность, русскость-европейскость. Русскость – это природа непризнанного автора Ремезова. Европеизм – качественное отличие от него Балтрушайтиса и Брюсова. Брюсов, возвращая мне мои рукописи, широко разиня рот, я очень помню эту красную пасть, крикнул: «Нам не подходит! На нашем сером, я понял, европейском, это ваша русская заплата, кусок золотой парчи». Ремезов проясняет этот эпизод посредством контекста села Степанчикова и его обитателей Достоевского. На вопрос лакея Видоплясова, не желаете ли галстук Аделаидиного цвета, то есть темно-синего, это Аделаидин цвет, герой иронизирует, почему Аделаидин, а аграфенного цвета у вас нет? Как можно, возмущается лакей, и быть такого не может. Аграфеной, неприличным именем, могут называть всякую последнюю бабу. По крайней мере, Аделаида – иностранное имя. Так повелось, констатирует Ремезов, все, что хотите, только чтобы звучало аграфенина на иностранный лад. Постигая в своем московском литературном кругу свою отчужденность и природу этого одержения, несчастливой судьбы, бедовой доли, Ремезов в ряде своих поздних книг несколько раз маркирует природу счастливцев, чтобы оттенить свое изгойство, обиду на неправедное определение, не только неправильное, но и обидное определение, не писатель, а списыватель. Это после известного публикации в 1909 году критиком Измайловым, который вообще-то поставил этот вопрос, а не плагиатом ли всю жизнь занимается писатель под этой фамилией Ремезов. Фиксация обыденного и литературного, попытка записать то, что относится к сфере бессознательного, то есть определенного, Татьяной Владимировной Цивьян в ее классическом труде, высокочтимом ремезоведами, гипнография, еще одна область вербальных и визуальных текстов Ремезова, где есть Балтрушайтис. Вот в этих текстах есть Балтрушайтис и публикация «Снов писателей» в периодических изданиях зарубежья под рубрикой «Мои сны литературные». Вот как раз я хотела фрагмент этой иллюстрации из газеты «Рижской газеты слова», «Русской газеты слова» и показать, вызвала вообще-то ряд возмущенных нареканий по адресу сновидца, который не скрывает имя собрата по цеху за криптонимом. Это ремезовская подпись, такая тоже криптограмма. Вот, «Мои сны литературные». Это первый номер Рижской газеты «Слово» 11 ноября 1925 года. И там «Мои сны литературные». Персонажи снов – Вячеслав Иванов, вот с этого все начинается, Сологуб, Савенков, Рерих и другие воспринимаются как потерпевшие от Ремезова, не идущего на уступки –
а переходящего на личности, как ему неоднократно заявляли редактора. Современники в большинстве негативно реагировали на сновиденческое творчество Ремезова. Об этом есть свидетельство из мемуаристики. Василий Яновский так представлял гипнографию писателя. «У Ремезова, — говорит он, — выработалась неприятная на границе с шантажом практика видеть разных важных персон во сне. Причем он мог управлять этими грезами. Одни являлись в лестной для них обстановке, а другие – в унизительной. И Ремезов опубликовал эти сны с комментариями. Яновский свидетельствует, что Раска Досевич не выдержал и был вынужден написать Ремезову: «Отныне я вам запрещаю видеть меня во сне». И это, кажется, помогло. Зато он и не вошел в знаменитый ремезовский эпос. В «Свихленной Руси» сновиденческие нарративы образуют 36 пронумерованных главок из разделов деревни. Вот 15-й сон. Речь шла о клятве и присяге. В нарушении клятвы и заключалась вся суть событий, вся революция. И я попал в какое-то училище, а там учат гимнастике. Учит «Балтрушайтесь», а распоряжается Брюсов. И меня заставили прыгать через кобылу, спортивный снаряд. Мне очень трудно, я прыгаю. И вдруг появляется Вячеслав Иванов и торжественно объявляет: «Урок кончился. Сейчас начну делать прививку комариную». Кому прививку? Балтрушайтису, Брюсову, мне и Иванову. Заключительный сон, 36-я главка из указанного раздела, зафиксирован несколько раз – и в дневнике писательском 1917-21 года. Отголоски его слышны в более поздних книгах. Меняются имена, окружение. То там добавляется Добронравов, то Николай Ремезов, брат писателя. Вот в «Взвихренной Руси» сон этот звучит так. «Обедали с Балтрушайтисом на Курском вокзале. Тут был и Гершинзон, и Рачинский, и Бердяев, и Шестов, весь стол московский. А потом попали в какой-то дом и полезли наверх. Уж лезли, лезли, и два ноги идут, а поднялись на какую-то высоту, не знаю, очень высоко, а спустились сразу. А нам говорят: вы попали в публичный дом. Вот тебе и раз». Пересказанное содержание сна в контексте книги «Мыслимый как временник» – это одно, а публикация сновидений отдельно в газете или в журнале – совершенно иное дело. И, пережив довольно болезненно ультимативное заявление от редакции, особенно старался в этом отношении Марк Алданов, вот некоторые периодические издания, которые не пускали сны Ремезова на свои полосы, Ремезов, тем не менее, продолжает свою гипнологию, и в «Пражской боли России» он изложил собственный взгляд на природу сновидений и символику подсознательных явлений. Несколько цитат, несколько предложений процитирую. «Воспоминания снов увеличивают чувство жизни. Через сон человек проникает на тот свет. Это единственная дверка. Сны бывают ясные, яркие и смутные. Реальная жизнь ограничена и стеснена трехмерностью. Во сне же, когда человек освобождается, прежде всего из-под власти трехмерного пространства, впервые появляется чувство свободы, и сейчас же обнаруживаются чудеса совместимости и одновременности действия, немыслимое в дневном состоянии. Принуждение остается и во сне, но оно совсем другое и, пожалуй, тягостное, тягостнее нашего дневного и, главным образом, по своей неожиданности и внезапности. Сны сами по себе увлекательны, как всякое приключение, а приключение – душа живой жизни». Здесь такая немножечко аморфная цитата из, она, кстати, приведена, вот удивительное явление, сон – это приключение, это цитата Льва Николаевича Толстого. После посещения Праги в 1924 году Ремезов вступил
вступил в переписку с последним секретарем Толстого Булгаковым, Валентином Булгаковым, и задался вопросом, вот, как Толстой относился к снам. И эта переписка уникальна, она сейчас опубликована, по-моему, в первом номере журнала «Русская литература», вот в статье Абакиной об этом говорится. Это был как бы фундамент сны Толстого и экспликация вот этих сновиденческих сюжетов, которая для Ремезова была очень важна, но сейчас просто не время и не место об этом говорить. Думается, что Ремезов знакомы не только с переводами, но и с художественным творчеством Бакрушайтиса. Конечно же, обратил внимание, что в стихах, вошедших в первые две книги, частотность сновиденческого дискурса достаточно высока. Топика сна явственно в трех книгах Бакрушайтиса: и в «Земных ступенях», и в «Горной тропе», и в «Лилии Кресте». Антитеза «сон бодрствования» проходит через ряд циклов вот этих первых двух книг, и есть стихи, в которых есть попытка пересказать сон. Вот возможно, что некая такая вот энергетика Бакрушайтиса, она в чем-то помогает и Ремезову. Сновиденческая проблематика также важна, как и включение Бакрушайтиса в игру длиною в жизнь, великую тайну обезьянью палату, обез без вол пал. Цитирую из книги Ахру. Ахру, Кукха и Гошке – это три обезьяньих слова, три заклятия. И вот говорится о том, как собирается эта великая вольная палата, и Розана спрашивает, а кто у тебя там в палатке? И сказал, не в палате, а в палатке. Гершензон, старейший, Шестов. Я хотел было еще сказать, что и Иванов разумник, Лунберг и Бакрушайтис, но побоялся сразу вводить во все обезьяньи тайны, ведь «Обез без волпал» есть общество тайное. Гершензон, Шестов произвели огромное впечатление. Старейший кавалер воображал что-то и никогда ни выше, ни ниже. Здесь речь сразу переходит на кавалера вот этого орденского знака Бакрушайтиса. Его грамотка, написанная, разрисованная, по определенному ремезовскому канону, она не найдена. Может быть, она вот в том парижском архиве. Но есть некие подходы к рисовке этой грамотки. Они сохранились в архиве Щеголева, известного пушкиниста, друга Ремезова. Вот перед нами эта грамотка. Сверху в правом углу написано «Послать Ремезову 5 фунтов крупчатки на Васильевский остров», дается точный адрес, «От Букасова и бутылку красного к блинам и благодарность безденежно», Петр Щеголев. И далее сенатору Заячьего ведомства, князю обезьяньему и кавалеру обезьяньего знака первой степени с хвостом и лапами Павлу Елисеевичу Щеголю за Вологодскую баню, веселую покатную головку, за блины, за подлинное тело, за устенные груши и яблоки. Вот вам список обезьяньих старейшин, печать обезьяния и далее представительные кавалеры. Вот среди них первой степени с обезьяньим глазом кавалер Бакрушайтис, который удостоен вот этого знака собственнохвостной подписи царя Осыки. И, разумеется, и в иммиграционный период эта игра имела свое значение, свою повседневную и в то же время литературную актуальность.
Да, вот это вот обезьяна Асыка, обезьяне царь. А это сонник, это Мартын Задека, где есть сны, где инкрустировано имя литовского поэта и дипломата. И рядом карточка на выездных документах Алексея Ремезова, которая прослужила ему вплоть до 1905 года, когда он уже, меняя документы, будучи жителем Парижа. Ну вот это вот фотография на документах иммигранта, на документах, которые носят временной характер. Я благодарю вас за внимание. Все.